Заготовки на зиму сейчас делают не только домохозяйки, но и дорожники. О том, что нужно заготовить и вообще сделать, чтобы зима для трасс республики прошла без проблем, узнала наша съемочная группа. Это не просто куча песка, а стратегически важный объект. База хранения ПСС Урмарского ДРСУ. Если расшифровать, то дорожно-ремонтное строительное управление хранит здесь песчано-солевую смесь. 90% песка и 10% соли. Вот он, рецепт против гололеда и других дорожных проблем холодного времени года. В одном только Урмарском районе на содержание дорог требуется более 7 тысяч тонн такой смеси. На данный момент мы вывезли 708 тонн чистой соли и 3800 тонн песка. Нам еще необходимо вывезти 2200 тонн песка. Урмарское ДРСУ обслуживает 215,8 километра автомобильных дорог. Из них республиканского значения 44,3 километра и местного значения автомобильной дороги 171,5 километра. Сейчас подобные заготовки делают по всей республике. За одну обработку на километр дороги уходит 5-6 тонн. Специалисты говорят, смесь соли и песка, конечно, не самый современный реагент. Однако сейчас для республики это оптимальный вариант в соотношении цена-качество. К тому же, пока Волга рядом, дефицита песка не будет. Так или иначе, заготовка смеси только один из пунктов подготовки к холодам и осадкам. Издан приказ по подготовке к зиме. Согласно этого приказа разработаны мероприятия в каждом ДРСУ. Кроме приготовления и подготовки вот пескобаз, идет подготовка производственных баз, гаражей, помещений для отдыха, сменного персонала, сменных водителей, механизаторов. Также идет подготовка техники, пескоразбрасыватели, роторные снегоочистители, автогрейдера и так далее. Ну, в основном из всех подразделений в районе 63% техника готова. Реагенты завезены на 92%. 18% песчано-соляная смесь готовая. Сейчас в Чувашии стоит такая погода, что о предстоящих холодах думать совсем не хочется. Однако специалисты предупреждают, дорожное покрытие может начать замерзать и при плюсовых температурах. Со своей стороны, дорожники для безопасности сделают, конечно, все возможное. Ну а о смене сезона пора подумать и водителям. Ольга Пырочкина, Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.